Она, заслуженная артистка России, покорила мир профессиональных бальных танцев, завоевав бронзовую медаль. Третье место на чемпионате мира – это не просто достижение, а настоящий прорыв в карьере актрисы. Восхищенные взгляды зрителей и бурные аплодисменты подтвердили, что она заняла почетное место на пьедестале. В социальных сетях с завидной регулярностью появляются видео с ее выступлениями, где каждое зажигательное движение словно отражает ее потрясающий темперамент и мастерство. Под ритмичную музыку сальсы и самбы Ирина и ее партнер словно парят над паркетом, создавая впечатляющее зрелище, от которого захватывает дух. Но как же она оказалась в этом волшебном мире танцев? Давайте заглянем в ее прошлое, в те исторические моменты, которые предшествовали этому блестящему успеху. Для зрителей, следивших за ее участием в телепроекте «Танцы со звездами», это не стало бы новостью. Ирина всегда выделялась пластичностью и грацией своих движений. Однако, начав новую главу в своей жизни после трудного развода с любимым, она решила взять судьбу в свои руки. Жизненные трудности стали катализатором изменений. Поддержка профессионального диетолога и тренера сыграла ключевую роль в ее трансформации. Она оставила позади вредные привычки, отказавшись от фастфуда и искушений, и кардинально изменила свою жизнь. С этого момента наша героиня стала регулярно принимать участие в соревнованиях по спортивным бальным танцам, демонстрируя свои таланты не только как актриса, но и как выдающаяся танцовщица. Каждое ее выступление становилось событием, вызывая искренний восторг зрителей и восхищение коллег по цеху. Успехи Ирины привлекли внимание не только фанатов, но и профессионалов, которые не могли не отметить ее путь и достижения. «Она покорила нас всех», – писали поклонники в своих комментариях, восхищаясь не только ее талантами, но и невероятной физической формой. Ирина напоминала всем нам о том, как важно верить в себя и свои силы, несмотря на все преграды, которые приготовила нам жизнь.